Доброго-доброго времени суток. Вас приветствует команда Витапульс. Мы продолжаем серию наших обучающих вебинаров. На этот раз у нас лечебное дыхание и назальный душ при аллергии. Наш несменный эксперт Зинатулин Сергей Накифович, врач, ученик Академии, академика Бутейко, автор множества серий книг. В 2006 году постановлением Президиума Академии медико-технических наук Российской Федерации награжден золотой медалью имени Чижевского за профессионализм и деловую репутацию. Вот такие у нас эксперты читают для вас. Хорошего вам занятия. Добрый день, уважаемые участники нашей встречи. Тема, она важная, связана с той патологией, которая является следствием цивилизации, аллергия. Мы обсудим и основные моменты развития аллергического процесса, и основных участников этого процесса, таких как иммуноглобулин Е. Но вы помните, у нас была передача «Дыхание и иммунитет», мы об этом уже говорили. Тлущные клетки и гистамин. Наиболее массовая проблема в этой области – это аллергический ринит и печальные его последствия для детей – аденоидит. Кратко, основное – это диагностика аллергии, проблемы, которые возникают при лабораторной диагностике, проблема у беременных. И основные, наиболее простые, весьма доступные, при этом очень эффективные способы и профилактики, и лечения аллергических нарушений. Собственно, само по себе слово «аллергия» уже известно всем, практически каждому, начиная с детей. Смысл процесса обозначен педиатром Перке «иное действие» либо «иная реакция» от греческих слов. Но обращаю ваше внимание, что это повышенная чувствительность организма к аллергенам, к веществам, поступающим извне, она проявляется при повторном воздействии и связано с повышенным накоплением иммуноглобулина Е в ответной реакции организма на поступление аллергенов. Естественно, поскольку мы находимся во внешней среде, контакты могут быть разного характера. Либо это воздействие на слизистые оболочки глаз, соответственно, реакция со стороны слизистой оболочки, либо это на органы дыхания, либо на кожу. Ну и пищевая аллергия, тем не менее, проявляется в том числе и проявлениями аллергии на кожу. Процесс развивается в основном в две стадии. Первая встреча организма с аллергеном, она происходит довольно спокойно, но организм настораживается. Ну, словно говоря, я сравниваю это с поведением сторожевой собаки. Первый раз она увидела неприятного человека, слегка погавкала, но второй раз она уже будет его рвать на куски. Так и иммунная система. При первой встрече она запоминает этого нежелательного гостя аллергена. А когда он появляется повторно, то возникает очень быстрая, бурная защитная реакция. То есть аллергия – это защита. Она протекает в болезненной форме, но тем не менее это защитная реакция. Ее мы дальше разберем. Здесь два основных момента. Специальные клетки, которые работают в этом направлении, они так называются необычно тучные клетки. Ну, скажем так, борцы сумо в Японии. Полные, толстые, сильные, так и тучные клетки содержат большое количество очень сильного вещества гистамин, многие об этом слышали. И вследствие выделения гистамина, в результате его действия, это его свойства, возникают выраженные реакции. Прежде всего, это расширение капилляров, сопровождается зудом, отеком слизистых, потому что пропотевает жидкая часть крови. Ну и защитные и рефлекторные реакции, это чихание, слезотечение, в крайнем случае удушье, но это печальная уже реакция. Аллергены – это, в принципе, в основном вещества белковой природы. Вот на что нужно обратить. Наиболее известные – это пыльца растений, споры грибов, плесень. Лекарства, вредные вещества на производстве. Домашние аллергены – это результат нашей с вами жизнедеятельности. С каждого человека ежедневно отшелушивается более 500 миллионов чешуек кожи. Они не просто так летают пылью, они являются пищей для клещей. Вот эти клещи являются причиной домашней аллергии примерно в 75% случаев. Сейчас уже май заканчивается, у вас где-нибудь лето, у нас пока все еще холодно и дождливо, но скоро полетит пыльца. И что удивительно, что из огромного количества растений, которые существуют на планете, примерно только 50 растений, 50
образует пыльцу, обладающую аллергенной активностью. И вот особенность пыльцы, что это мужские половые клетки растений. Имеет определенное значение не только тип растения, но и размер пыльцы. Крупные гранулы 60 микрометров задерживаются в основном в оболочке носа, носоглотки, а мелкие уже уходят в средние мелкие бронхи. Наиболее часто аллергию дают пыльца березы, ольхи, орешника, клена и дуба. У хвойных растений пыльца крупнее диаметром, поэтому она реже является причиной аллергического процесса. Некоторые исследования по такой категории летние раздражители для ваших легких, оно больше где-то связано, может быть, и с Европой, потому что там чаще купаются в бассейне. Мы-то летом в любом случае идем в водоем, несмотря от его состава, качества воды. Так вот, при погружении в бассейн оказываются те продукты, которые возникают вследствие дезинфекции воды в бассейне в результате хлорирования, они дают очень серьезную аллергическую реакцию, причем появляются даже в организме тех людей, которые не купались, но обрабатывают бассейн. Исходя из этого, два правила безопасности для тех, кто любит находиться в бассейне и зимой, и летом: принимать душ перед купанием, после купания и купаться с закрытым ртом. Тогда минимальный риск поражения. Из этой же группы уровень опасности 3 из 5 пыльца. Но здесь нужно учитывать, как отмечают специалисты, наибольшая концентрация с 5 до 10 часов утра. Поэтому если аллергия вас уже достала, то выходите попозже. Или лучше после дождя. Но у нас сегодня весь день шел дождь, поэтому гулять можно в любое время суток. Плесень для нас с вами, для россиян, является очень серьезным фактором провокации аллергии, потому что, вы знаете, наверное, одна из немногих цивилизованных стран имеет такое понятие — ветхий жилой фонд. У нас в Новосибирске очень много развалюх, которые еще будут стоять лет 10, не меньше. Естественно, плесень там давно уже существует. Это плесень домашняя. Есть аллергия на плесень, связанная с появлением плесени в гниющих листьях. Ну, например, это уже позднее лето, осень. Либо сено. Он может содержать элементы плесени. Если вы работаете на дачном участке и после обработки почвы, убирая листья, почувствовали, что чихаете, кашляете, значит, у вас такой вид аллергенов. Ну, старайтесь дышать потише, может быть, прикрыть рот и нос платком или маской. Это минимальная, скажем так, мера защиты. Что нужно отметить? Что поскольку растения, они имеют все-таки определенное сходство с собой биологическое, у ряда растений, ну не только растений, и пищевых продуктов тоже, аллергены имеют схожее строение, и поэтому развивается так называемая перекрестная аллергия. То есть, если у человека появилась аллергическая реакция на какой-то один вид пыльцы одного растения, но сходные с ним растения могут внезапно вызвать тоже аллергическую реакцию. Вот интересная таблица, она пригодится тем, кто этой темой интересуется. Ну, возьмем, например, верхнее яблоко как основное, береза, ольха вспомогательные. Или для любителей пива следует учитывать, что если есть аллергия на грибки, то неизбежно может появиться внезапно перекрестная аллергия на кефир, на овес, на дрожжевое тесто, на пиво, на сыр. Таблица довольно подробная, таблица конкретная. Она из медицинского журнала для врачей, специальный выпуск по аллергии. Ее нужно учитывать тем, кто этой проблемой озабочен. Для тех, у кого аллергия, вы знаете, существует календарь цветущих растений по регионам особенно. И эта таблица тоже полезна для безопасности жизнедеятельности, как говорят в школе. Иммуноглобулин Е. Мы с ним знакомы с предыдущей лекции. Вы знаете, что иммунная система имеет клеточные факторы иммунитета и гуморальные. Гуморальные – это то, что циркулирует у нас по крови, связано с белками. Особые белки – иммуноглобулины, белки, которые участвуют в работе иммунной системы. И один из этой группы, иммуноглобулин класса Е, он ответственен за развитие аллергических защитных реакций. Это вещество белковой природы. Глобулин – это белок. Само по себе количество его невелико по сравнению со всеми остальными. Там иммуноглобулины есть А, G, M, помните, D, которые недавно начали изучать. Максимально он накапливается к 15 годам. Но функция его очень важна. Это фиксация аллергенов с целью предупреждения их проникновения в организм.
Ну, условно говоря, как милиционер берет жулика в наручники, чтобы он никуда дальше не пошел, так и иммуноглобулин Е фиксирует его, захватывает, ограничивает его циркуляцию по организму. И поскольку он работает на переднем крае нашей защиты, то синтез иммуноглобулина Е происходит в основном в тканях, которые находятся в контактной средой. А это, как вы знаете, кожа, слизистые оболочки дыхательных путей, миндалины и аденоиды. Иммуноглобулин довольно специфический, обладая защитными свойствами, он, тем не менее, стимулирует образование слизи и спазм бронхов. Вот почему у больных с бронхиальной астмой на фоне аллергической реакции возникает и повышенное образование слизи и спазм, а отсюда уже и удушье. Это наша с вами красавица тучная клетка, просто прелесть, а не картинка. Вообще, когда смотришь микромир человека в цветных фотографиях, восхищаешься сказочной красотой того, что у нас внутри находится, но не видно простым глазом. Так вот, мы сейчас посмотрим более конкретно. Тучная клетка, вот она вся круглая, как планета в космосе. Вот рецепторы, где находится иммуноглобулин Е, как рогатка, как ловушка. А вот этот шарик – аллерген. И когда лежит память определенная, а при повторном поступлении он уже захватывается, фиксируется. Вот здесь, например, видно, что он захвачен. Вот здесь, вот здесь. Но в процессе захвата аллергена возникает определенная биологическая реакция и выделяется очень сильный продукт, называется гистамин. А если иммуноглобулин Е предназначен для захвата аллергена, то задача гистамина – ограничить развитие движения аллергена по нашим тканям. Поэтому при выделении гистамина расширяются сосуды. Часть жидкая, часть крови выделяется из сосудов, возникает отек. И таким образом локализуется, ограничивается место нахождения нашего врага аллергена. То есть идет тампонаду, условно говоря, участка. Но при этом внешним проявлением этих защитных реакций, которые ограничивают движение аллергена, являются такие неприятные ощущения, как отек слизистой оболочки, либо нос набухает, либо глаза слезятся, спазм бронхов. Ну и счастье кожные реакции типа раздражения. Ну что поделаешь, защита всегда протекает болезненно. Немножко более простенькая схемка. Вот мы видим рецептор, иммуноглобулин, соединение с антигеном и ответная реакция, где гранулы, в которых находится гистамин внутри тучной клетки, они выбрасываются. Возникает воспалительный очаг, воспалительный отек. Что нужно отметить, что эти тучные клетки – это клетки, как раз специализированные для иммунных реакций. Они находятся именно на входных воротах инфекции, то есть там, где у нас контакт с внешней средой. Но есть еще особенность, что имеются тучные клетки, которые находятся в соединительной ткани. Это то, что образует наш каркас. Поэтому аллергия может поражать, например, и суставные поверхности, возникают аллергические артриты, полиартриты и другие заболевания, связанные с нарушением соединительной ткани. Эти тучные клетки, они как раз являются источником гепарина, который определяет вязкость крови, текучесть ее гистамина, который дает эффект расширения капилляров и проницаемости сосудов, отек, ну и других активных веществ со сложными медицинскими названиями. Так вот, тучная клетка, она является нашим, так, одним из гвардейцев нашего иммунитета, который всегда на посту. Выделение гистамина и других биологически активных веществ может протекать не только вследствие воздействия иммуноглобулина Е, но и в результате физического повреждения ткани, ну, обычная рана рваная, там, хирургическая, микробных токсинов или их фрагментов. То есть это защитная реакция универсального характера. Поэтому и симптомы, которые возникают при аллергии в результате воздействия веществ, которые тучные клетки выделяют, они протекают тоже в таком универсальном, неспецифическом и разнообразном характере. Это спазмы гладкой мускулатуры, но в связи с аллергией дыхательных путей, наиболее известным медикам, да и населению, это сужение дыхательных путей в бронхах. Соответственно, возникают удушья, когда человек затруднен вдох и выдох, но особенно выдох. Расширение кровеносных сосудов, то есть капилляров, прежде всего увеличивается их объем кровотока, увеличивается проницаемость жидкой части крови сквозь мембрану капилляра,
И ткань отекает, либо это слизистая ткань носа, либо это слизистая ткань других органов. Соответственно, как защитная реакция, тоже увеличивается секреция желез ткани, где идет аллергия, соответственно, уже проявления связаны с этим. Ну, например, как вы знаете, ну, нос распухает, очень много слизи, такой аллергический насморк, к нему подойдем. То есть первый участник был у нас иммуноглобулин, второй – тучная клетка, и третий, наверное, ведущий артист этой реакции – гистамин, главное активное вещество. Ну, уже крапива и у вас, и у нас вылезла, можете проверить. Подойдете, возьмете крапиву, если кто не помнит, шлепните себя по руке, появится красная реакция. Почему? Потому что в жгучих волосках крапивы, например, содержится гистамин. У нас комарьё уже тучами летает, если комар укусил, знаете, появляется красная реакция. Почему? Потому что в слюне комара тоже есть гистамин. Это биологически активный фактор, который моментально расширяет капилляры. И при расширении капилляров в полости носа при такой реакции увеличивается проницаемость капилляров, увеличивается выделение носового секрета. Соответственно, если сосуды набухли, уже просвет меньше, если слизистая оболочка носа текает, тоже просвет меньше, возникает действительно заложенность носа и нарушение носового дыхания. Это наиболее массовое проявление аллергических реакций на аллергены окружающей внешней среды именно в атмосфере. Очень интересный момент, связанный с темой аллергии, гистамина и борьбы с этой болезнью цивилизации. Прекрасный ученый Даниэль Б.В. Многие слышали, а кто-то и пробовал препарат Димедрол. Так вот, именно за разработку препарата Димедрол Даниэль Б.В. был удостоен Нобелевской премии. Вообще очень интересный ученый, он открыл нам как минимум два фундаментальных направления фармакологии. То есть это препараты антигистаминные, начиная с Димедрола. Препараты антибактериальные, сульфаниламидного плана. Ну, многие помнят препараты этой группы, которые применяются при лечении различных, в том числе, респираторных инфекций. Ну, Света, ему память, молодец. Очень интересная работа делал. Следствием того, что аллергенов очень много, они находятся во внешней среде и постоянно в наших домашних помещениях, производственных в том числе, стало быстрое увеличение заболеваний, связанных с поражением слизистой оболочки носа на фоне аллергических реакций. И появилось такое новое заболевание, когда-то его не было, например, еще в начале 20 века, в конце 19-го, аллергический ринит. Ринит – это воспаление слизистой оболочки носа, он может быть инфекционным, если причина связана с инфекцией. Как мы выяснили, аллергены могут провоцировать реакцию слизистой оболочки носа и возникает аллергический ринит. По разным исследованиям разных стран распространенность аллергического ринита достигает до 40%, у детей до 20%. И если брать различные аллергические заболевания, это заболевания кожи, легких, суставов и так далее, пищеварительной системы, то до 70% из аллергических заболеваний составляет именно аллергический ринит. То есть это та проблема, которая требует огромного внимания и не только по распространенности, но и по расходам. Посмотрите, затраты на диагностику и лечение в Америке 4,5 миллиарда долларов в год, в Европе затраты на лечение не менее 1,5 миллиарда евро. Это все-таки серьезно, учитывая, что это затраты страховых компаний в том числе. Почему и от чего и как это происходит? Ну, вы помните, у нас было несколько лекций, где мы говорили о функциях носа, там вот стрессы дыхания, бронхиальная астма и так далее. Нос получает колоссальную нагрузку, это ведущий орган в плане газообмена и вентиляции, 17, даже 20 тысяч литров у спортсменов, особенно в сутки, прокачивается. При хорошей работе носа порядка 60% микробов там оседают и выходят обратно. Поэтому нос активно работает в плане защиты, выделяя определенный объем слизи. И в сутки может доходить до 2 литров выделения слизи для защиты от вредных факторов.
Естественно, такая огромная нагрузка приводит к тому, что слизистая оболочка носа быстро обновляется. Есть данные о том, что через каждые 15 минут часть клеток обновляется. Защита связана с работой ресничек, которые совершают колебательные движения, эвакуируя, как мы говорили, клиренс, очищая дыхательные пути. Но есть определенные условия функции ресничек. Соответственно, и очищение слизистой оптимально при температуре 28-33 градуса. Это то, что касается, скажем так, атмосферы воздуха и средств для промывания. Показатель pH, кислотно-щелочной баланс 5,5-6,5. Соответственно, изменение, понижение температуры слизистой оболочки, увеличение состава и состояния слизистой оболочки, все это нарушает нормальную функцию, нормальный клиренс, нормальное очищение. Поэтому уже для себя запомните, что оптимальный уровень влажности в помещении, ну, хотя бы 48-48% диапазон. Следите за влажностью воздуха, особенно если у вас каменное панельное строение и паровое отопление. Есть такое понятие синдром сухого носа. Помните, мы о нем говорили. Это как раз, когда пересыхает воздух в помещении, соответственно, слизистая оболочка носа страдает. Соответственно, уже потом болезнь накапливается. Аллергический ринит, он как раз является следствием того, что защитный барьер, защитные функции слизистой оболочки носа страдают. В норме вырабатываются определенные факторы, которые относятся к группе неспецифических факторов защиты. Это и интерферон, и иммунные клетки, нейтрофилы, макрофаги. И помните, у нас был разговор очень интересный об оксиде азота, особенно мы об этом говорили при гипертонии. Так вот, клетки слизистой оболочки носа выделяют оксид азота прежде всего для защиты от микробов, но когда стали исследовать аллергический ринит, оказалось, что при аллергическом рините уровень оксида азота в полости носа повышается. Если в норме до 1000 единиц, то при аллергии до 1500 и в остром периоде, и в хроническом состоянии. То есть слизистая все время находится в каком-то напряжении, когда начался уже процесс активного аллергического действия. Слизистая оболочка носа является частью местного иммунитета, частью специфического иммунитета, и в том числе вот защитные белки всех четырех классов, и прежде всего иммуноглобулин Е, участвуют в работе местного иммунитета слизистой оболочки носа. То есть нос – это еще и орган иммунной системы в определенной степени. Кстати, этот момент я потом внесу, у меня есть таблица для лекций функции носа. Многие люди не могут сразу все перечислить. Вот эту функцию, как бы так, участие в иммунных реакциях я пропускал. Надо будет добавить. Непосредственно, если говорить кратко о сути этого заболевания, то это воспаление, связанное с участием иммуноглобулина Е, проявляется нарушением носового дыхания. Ринорея – это выделение слизи. Обильное, не такое. Ну, вы помните, наверное, у каждого из вас было когда-то ОРЗ, там слизь есть, но она так немножко хлюпает. Здесь она просто течет, поэтому называется ринорея, рея истечения. Зуд, чихание, естественно, соответственно, нарушение обоняния. Формы могут быть легкая, средняя, тяжелая, тяжелая. Естественно, при легкой человек более-менее себя чувствует неплохо, и сон нормальный, потому что нет грубых нарушений носового дыхания и газообмена. Соответственно, по мере утяжеления заболевания утяжеляются проявления нарушение носового дыхания, соответственно, формируется гипоксическое состояние. Гипоксия нарушает все функции, прежде всего функцию головного мозга, нервной системы и качество сна в том числе. И вот важный момент, что нужно понять, что если один раз аллергическая реакция в бурной форме прошла, вы пролечились, вроде бы все стихло, у вас в носу ничего не хлюпает, это не значит, что вы на 100% восстановились. Есть такое понятие минимальное персистирующее воспаление. Персистирующая, ну вот последняя фраза, она так образно вам поможет понять, это медицинский термин. Персистирующее воспаление можно сравнить с медленно тлеющими углями под пеплом костра. Это из книги кандидата наук из Петербурга, из института. То есть действительно острый процесс прошел, вроде бы снаружи ничего нет, а процесс на уровне подслизистой оболочки идет. Вот это минимальное персистирующее воспаление является тем основанием, тем условием, тем причиной, что потом даже на другой фактор, не обязательно на предыдущий аллерген, возникает бурная ответная реакция. Это говорит о том, что если прошла аллергическая реакция, она у вас вроде бы успокоилась внешне, то определенные меры профилактики и защиты надо обязательно проводить. А
этом мы и поговорим во второй части. Вот это уже конкретные факты научного доклада, что симптомы аллергии не следует рассматривать как единственный маркер, то есть пример признака аллергического заболевания. Видимая симптоматика – это пик аллергического айсберга, ну, любят доктора так образно выражаться. И минимальное воспаление может продолжаться очень долго, и следует учитывать, что не только аллергены способны вызвать повторное воспаление, но и просто банальные возбудители ОРВИ. То есть после острого аллергического ринита слизистая она становится уязвима к многим другим даже неаллергенным факторам. Ну, собственно, по тяжести распространенности вот эта персистирующая форма, постоянно хронически протекающая, составляет до 15% заболеваний, поражающих население Европы по этой группе заболеваний. Но это уже немало. Это не 3, не 5%. И особенность этой ситуации, что возникает гиперреактивность, то есть повышенная ответная реакция, которая характеризуется ответной слизистой оболочки носа на раздражители и аллергические, и неаллергические. Ну, например, аллергия была на пыльцу березы, а потом где-то зашел в курятник, появилась тоже аллергия, хотя, казалось бы, ее быть не должно. И протекает одинаково и чихание, и заложенность носа, и обильное выделение в полость носа, но... Нужно ответить, что вот эти симптомы, эти проявления заболеваний можно некоторым образом, как говорят медики, дифференцировать, то есть разделить. Когда стали углубляться в тему аллергического ринита, оказалось, что основные жалобы – это, конечно, выделение из носа, постоянно заложенность носа, и, обращаю ваше внимание, приступы чихания. Не так, что человек два раза чихнул и пошел полдня, потом не чихал. Вот если он чихнет, то он потом еще хотя бы там, полминуты, минуты, полторы будет чихать и чихать и чихать. Я это сравниваю, ну, скажем так, с приступом икоты. Приступообразные проявления чихания как раз проявление характерное для аллергического ринита. И для того, чтобы нам решить внешне по вопросу, по анамнезу, как говорят врачи, есть или нет аллергический ринит, то следует учитывать, что должно быть два или более симптомов, и каждый длится должен не меньше часа в сутки, ну, например, неделю, а то и больше. И поскольку все-таки заболевание имеет некоторые особенности, выделяют две формы, два варианта течения аллергического ринита, это эксудативный и обструктивный. Ну вот эксудативный, я специально вам ссылочку сделал, что это эксудация, выход жидкой части крови через сосудистую стенку воспаленную ткань, вследствие действия гистамина. Соответственно, эта сосудистая жидкость, она пропитывает воспаленную ткань. Ну, если у вас когда-нибудь была какая-то серьезная рана, либо ушиб, знаете, что распухает палец, распухает место ушиба, здесь примерно то же самое эксудация. Обструкция – это препятствие помеха в переводе с латыни. Обструкция – это закрытие просвета полого органа, ну, в частности, в отношении носа. Это обструкция дыхательных путей, синдром непроходимости респираторного тракта. Ну, назальная обструкция. Уменьшается объем воздуха, проходящего через нос. И здесь у нас есть конъюнктивит, как одно из проявлений. Это раздражение слизистой оболочки глаз. Так вот, две формы аллергического ринита. Классические. Третьей нету. И, видимо, не будет. Это их особенность. Эксудативный. Часто и приступами происходит чихание. Выделения из носа буквально текут. Ринорея, водянистые, жидкие. Зуд частый. Заложенность носа непостоянная. Почему? Потому что водянистые выделения. Конъюнктивит очень часто возникает. И днем ухудшение состояния, ночью улучшение. То есть человек с эксудативным ринитом ночью может все-таки выспаться. А вот если у человека обструктивный ринит, когда уже стойко нарушается просвет полости носа, то чихание не обязательно, выделения будут довольно густые и вязкие, зуд практически не беспокоит, но заложенность носа постоянная и усиливается в положении лежа. Увеличивается кровоток, ухудшается носовое дыхание. Конъюнктивита нет, потому что это такая особая форма. Соответственно, если заложенность носа усиливается в положении лежа, то, естественно, ночью будет ухудшение. И дышать трудно, и нормально выспаться не получается. Вот. Ну, сам по себе аллергический ринит, конечно, проблема. Если бы
только этим ограничивались нежелательные явления, еще можно было как-нибудь и смириться, но... Так. А, я немножко, извините, поторопился. Тут в мелком формате. Поскольку нос всему голова и основа дыхательного процесса, то аллергический ринит, как процесс, связанный с изменением состояния слизистой оболочки и функции дыхания, может давать вторичные неприятные явления. Во-первых, изменение состояния слизистой оболочки носа. Мы с вами знаем, что нос и носоглотка – это единое поле, единая ткань, просто находится на разных анатомических зонах. То процесс может развиваться дальше по длительности дыхательных путей. И в область уха тоже может переходить. Вы помните, что в носоглотке открывается слуховая труба. Поэтому у детей, вот 24% детей, аллергический ринит может привести к отиту. 28% риносинусит – это воспаление носа и слизистой оболочки придаточных пазух, но чаще всего гайморит. Ну и как это ни печально, у 88% больных астмой в среднем отмечается наличие аллергического ринита как постоянного заболевания, как предвестника астмы. Между ринитом и астмой четкая прямая связь. И поэтому даже для лечения ринита на фоне астмы рекомендуется обязательно элиминационные мероприятия. Красным я отметил, это мы подходим уже к методике промывания. Элиминация – это удаление аллергена. Ну, конечно, если болезнь она уже в явной форме, то нужна и фармакотерапия, и иммунокоррекция. Аденоиды, напоминаем вам, а кто-то помнит, что у нас есть... Нёбные миндалины, лимфоглоточное кольцо и на задней стенке глотки есть определенное скопление лимфоидной ткани, называется аденоиды. Это необходимая часть иммунной системы, она присутствует обычно у детей где-то лет до 12, пока иммунная система набирается сил и формируется ее иммунологическая память на все возможные встречающиеся аллергены и бактериальные агенты. В основе аденоидов лежит нормальная лимфоидная ткань, но когда идет воспаление, то это уже не аденоиды, а аденоидит, воспаление ткани аденоидов. Либо он может быть связан с тем, что инфекционный процесс из полости носа уходит в эту зону, и либо аллергический процесс, аллергическое воспаление, распространяясь по слизистой оболочке, захватывает и аденоиды. Естественно, аденоиды в результате воспаления, как и слизистая оболочка носа, они отекают, набухают, увеличиваются в размере, значит, они затрудняют циркуляцию воздуха через эту зону из верхних дыхательных путей в органы дыхания нижележащие. Поэтому, кроме таких явлений, привычных для аллергического состояния, как заложенность носа, чихание, ощущение зуда в носу, появляется кашель, потому что идет отделение слизи и затекание ее в область глотки. И, соответственно, если ночью ребенок спит, то начинает похрапывать и нарушается аэродинамика воздуха, струи воздуха, возникает гнусавость. Ребенок обычно немножко не так звонко, звучно говорит, как поют дети в детском хоре. Для того, чтобы привести в порядок эту зону и убрать явление аденоидита воспаления, нужно удалять прежде всего аллерген, а удалять его можно способом элиминации. То есть не вырезать аденоиды, а промывать полость носа носоглотки и удалять аллерген из этой зоны. А за ней идет воспаление. Но что очень важно, что для промывания носа лучше брать не просто чистую воду, а использовать растворы с содержанием микроэлементов, которые позволяют восстановить нормальное состояние слизистой оболочки и улучшить активность мерцательной эпители ресничек, которые очищают слизистую от аллергенов и прочих нежелательных нам микробов, вирусов, сажи, пыли и прочих подарков цивилизации. Диагностика. Диагностика, конечно, необходима, потому что симптомы не всегда бывают четко специфические. Ну, чихание, но есть чихание, зуд носа, есть зуд носа, насморк, но есть насморк. Поэтому, если мы видим, что идет длительное течение заболевания, течение, которое не поддается обычной коррекции, нужно разбираться с состоянием иммунной системы в целом. Мы об этом говорили в предыдущей программе про иммунитет, иммунограмма, ее оценка. Ну и, соответственно, поскольку мы можем достать и посмотреть тот участок слизистой, который поражен, воспален, то проводится исследование, прежде всего, в области пораженного участка дыхательных путей. Исследуется слизь, берутся мазки из слизистой оболочки заднего отдела нижней носовой раковины, крашивается по специальной методике, смотрит, что там в ткани есть.
Здесь, оказывается, можно найти определенные маркеры, то есть признаки аллергического воспаления. Мы, когда говорили об иммунитете, говорили, что есть иммунные клетки эозинофилы, которые активно участвуют в аллергических реакциях. Поэтому при аллергическом рините содержание эозинофилов в тканях и на поверхности слизистой будет высокое, и оно больше, чем в периферической крови. Вот признак. Если в крови много и в слизистой оболочке, тут надо разбираться. А если в крови их не так уж много, все они в основном вот на слизистой оболочке, значит, здесь действительно ринит аллергического характера. И второй очень важный момент, что в период обострения аллергического ринита, вот та красивая клетка, которую мы видели, тучная, что при аллергическом рините в секрете слизистой оболочки носа присутствует большое количество еще и тучных клеток. Почему? Понятно, потому что они активные участники, они на первой линии обороны. Соответственно, они увеличиваются одинаково. Но когда начинается ремиссия, процесс стихает, уменьшается явление, либо болезнь остановилась, ремиссия – это как бы период без болезненных явлений, то тучные клетки остаются в достаточно высоком количестве, потому что они первые реагируют, а эозинофилов становится меньше. Что нужно отметить, что каждому аллергену, учитывая механизм памяти, соответствует свой иммуноглобулин. Это использует, вы знаете, есть пробы на аллерген, называются аллергопробы, когда какие-то компоненты, которые типично вызывают аллергию, в разведенном виде наносятся определенным образом либо на слизистую, либо на кожу, и оценивается потом реакция местная и общая. Это называется аллергопроба. Вот что интересно, что, конечно, нужно учитывать состояние иммуноглобулина Е, который является таким важным иммунным, иммуноглобулин и как можно важный иммунный фактор аллергической реакции. Но специалисты, которые занимаются фундаментальными вопросами иммунологии, иммунодиагностики, они обращают внимание на следующие моменты. Опять же из научного журнала статьи. Что лабораторные признаки обнаруживаются у 30-40% населения, то есть изменения в анализах, а аллергические реакции из них фиксируются всего лишь у 10%. Значит, 30-40% находятся в состоянии предболезни. И если говорить об оценке иммуноглобулина Е, то наиболее современные важные методы – это аллергосорбентные тесты и радиоиммуносорбентные тесты. Такое длинное название. Но когда объективно оценивали, какую они дают достоверность, вот при разных видах аллергии, например, пыльца, домашняя пыль, животные, то 90%. Если проводим пробы на пищевые аллергены собак и плесень, уже до 50%. А если на пенициллин, токсические вещества внешней среды, то вообще до 30. На пищевую аллергию тоже разброс дает очень большой. Поэтому специалисты всегда говорят, анализ – это анализ. Заключение о состоянии человека, о характере, о причинах аллергии дает только специалист после обследования пациента и других его систем. А у меня, к сожалению, я консультирую, например, на сайте Нормед, народная медицина, мы про него говорили. Ну, каждую неделю приходит вопрос, вот я сдала такой-то анализ, вот меня волнует такой-то показатель. Но нельзя по одному анализу, не видя человека, не зная в целом его состояние организма, давать какое-то заключение, не говоря уже о диагнозе. Поэтому даже если вам придется обследоваться у аллерголога, помните, что сдать анализ даже в хорошей лаборатории за большие деньги, это не значит получить точный анализ. Нужно идти к доктору и разбираться во всех причинах, исследовать те процессы, которые связаны с возможными факторами развития аллергии. Кстати, вот есть интересные такие моменты. Это из медицинского руководства по иммунологии. Предрасположенность человека к болезням в зависимости от группы крови. Я очень спокойно отношусь к рекомендациям разных диет по группам крови, но поскольку это из медицинского журнала, я вот вам привел эту табличку, касаясь аллергии. Первая и вторая группа крови, они наиболее предрасположены к аллергическим состояниям. Элиминация, то есть удаление аллергенов. Одним из звеньев лечения аллергического ринита является ирригационная терапия. То есть ирригация – это орошение, элиминация – это удаление. Ну, некоторые считают, что высморкался и все прошло, на самом деле нет. Нужно полностью очищать слизистую оболочку полости носа. Когда нос отечен, конечно, нужно как-то его, как говорят простыми словами, разложить, уменьшить отечность. Для этого, слава богу, в последние десятилетия появилось немало препаратов. Они называются деконгестанты. То есть те, которые уменьшают назальную обструкцию, уменьшают отечность слизистой оболочки носа. Это многих больных радует, но я обращаю ваше внимание, это классика лор-патологии, что постоянное использование деконгестантов не более 6-7 дней, а длительная неделя, полторы-две и более может привести к последствиям
таким как либо хронический ринит, либо даже вторичная зависимость от капель. Поэтому с каплями от насморка обращайтесь очень аккуратно. Но если уж совсем никак, то пользоваться ими надо. Но можно и помочь себе другим образом, к этому мы подойдем. Так вот, для элиминации, для промывания полости нужно использовать специальный раствор. И, например, одно из исследований наше российское, где было показано, что если в течение одного дня человек несколько раз проводит элиминацию, то есть очищение, увлажнение, промывание полости носа, то в течение одного дня снижение клинических симптомов аллергического ринита на пыльцу березы уменьшилось практически в два раза. Поэтому рекомендуется промывать нос в обязательном порядке, но с учетом состояния слизистой оболочки носа нужно, чтобы раствор включал микроэлементы. Они регулируют состояние слизи и активность реснички мерцательного эпителия. Это такие важные микроэлементы, как калий, железо, кальций, магний, цинк, медь, ну и ряд других. Естественно, механическое нужно использовать специальное устройство, а не клизму, которая для другого отверстия человеческого тела. И процедура промывания полости носа дает возможность и убрать излишние аллергены, которые провоцируют обостренную активную реакцию, и восстановить вязкость слизи, и вследствие этого улучшить качество работы реснички мерцательного эпителия. Вот моя любимая тема, еще начиная с метода Бутейка, беременные. Если бы у нас государство занималось фундаментально качеством условий жизни беременных женщин и качеством течения беременности, у нас бы половину поликлиник можно было закрывать, потому что если ребенок родился на 100% здоровым, он не может быть таким полудохлым, как у нас ходят люди в 40-50 лет. В отношении аллергического ринита беременные самая проблемная группа. Почему? Потому что любой судебный иск, любая фирма всегда, любой суд всегда удовлетворит в пользу беременной женщины, и поэтому фармфирма пишет, что не рекомендуется, возможны какие-то побочные эффекты, и отвалите, и пошли нафиг. Соответственно, для беременных, у которых хронический аллергический ринит, два момента поведения. Первое – это исключить контакт с аллергеном, если можно куда-то переехать к тете, к дяде в Заполярье, в Чукчам, на Чукотку. И вторая половина беременности, когда уже основные процессы формирования структур ткани плода завершились, возможно применение отдельных препаратов, но при условии проведения консилиума и акушера, и аллерголога, и оториноларинголога, чтобы выбрать тактику лечения и ассортимент препаратов, которые дают минимальное воздействие на плод. Ну вот Dolphin, комплекс для промывания носа, который мы дальше глянем, кто-то из вас о нем уже знает. Мы проводили исследование в Новосибирске, в Оренбурге. Оказалось, что применение комплекса Dolphin для промывания носа, это флаконы, специальные средства для промывания, позволяют уменьшить назальную обструкцию, то есть заложенность носа в клинике заболевания. Показано, что благотворное влияние на все физиологические функции носа и улучшение носового дыхания у 91%. Это высочайший показатель, которого никакими лекарствами не получить. Это уже, в общем-то, у нас сомнений не вызывает. На рынке очень много средств, которые называются спрей. Но вот я вам очень просто, как первоклассникам, я в школе иногда лекции читаю, показал две картинки. Комплекс Dolphin. Флакон позволяет использовать раствор в объеме 240 мл, и поэтому полностью промываются все три носовых хода двух половинок носа. У нас ведь три носовых хода, и они идут вот так вот, загибаясь, как дымоход в печке. Поэтому процедура называется полное объемное промывание полости носа. Спрей, хорошая пшикалка, но она попадает только вот в преддверие носа, частично орошает ее, а глубоко сюда не заходит и тем более не удаляет, не элиминирует, не очищает слизистую оболочку от аллергенов и бактериальных агентов. Поэтому спрей — это временная карманная поддержка, если нужна очень хорошая помощь носу, больному носу, защита носа у беременной женщины, особенно от аллергии. Dolphin вне конкуренции. И об этом говорят данные исследования. Оно проводилось в Москве. Вот результат в среднем у Dolphin промывания носа 69, практически 70%. Humor 41%. Попробуется это кукушка, которую делают в поликлинике, врач и медсестра 56%. Aquamaris, Aquaworsoft не дотягивает. Поэтому Dolphin, он уже доказательно на уровне исследований мирового плана подтвердил свою и безопасность, и эффективность, и преимущество в отношении вот на качество промывания, не просто орошения. Аллергия была, есть, и ближайшие лет 50-то точно будет, потому что мы всю планету уже загадили. Поэтому нужно думать, как защищаться.
Прежде всего, нужно понять, что иммунная система – это часть организма. Мы об этом говорили в предыдущей лекции по иммунитету. И думая об иммунной системе, нужно все-таки обращать внимание и на состояние всего организма, и на его жизнеобеспечение через дыхание и через питание. Процесс иммунной активности имеет определенную связь с метаболизмом, это и качество белкового питания, и витаминный баланс. Так вот, исследования Института питания Академии Меднаук показали, что у нас распространенные состояния гиповитаминоза, и наиболее выраженная это группа В1, В2, В6, фолиевая кислота. От легкой 20% до глубокого дефицита 75%. Нужно что еще обратить внимание? Дефицит витамина В12. Ну, в принципе, это витамины все недефицитные, в аптеке можно найти. Например, совокупность такая, как пентовид, это российский препарат, он содержит там витамины в неплохой композиции. Обращаю ваше внимание, что это опять же из медицинского журнала, что при высоком содержании цинка в пище симптомы аллергии снижаются. А витамины С и В6 нужны для действия ферментов, которые блокируют действие гистамина, то есть как бы антигистаминная реакция. Так вот, цинк, где его найти? Оцинкованное ведро – это не источник цинка в пище. Я специально для вас подготовил таблицу. Таблица из книги по организации питания советского периода, где за качеством питания и диетологии смотрели очень четко. Ну, кратко, основное красное. Цинк – наиболее высокое содержание проса, гречи хорош, любой может купить. Геркулес, овсянка, крупа гречневая без проблем. Сыр – ну, лакомство, ну, голландский, ладно, российский можно найти. Говядина, баранина пока еще есть, еще совсем проблема, я обращаю ваше внимание вот на эту жирную, специально выделил, говяжья печень. Очень высокое содержание микроэлемента цинка, значит для поддержки иммунной системы, если она слабовата, используйте в диете. Рыба умеренно содержит, ну и наш с вами с детства любимое какао, какао-порошок содержит высокий уровень цинка. Максимально допустимый уровень 400 мг. Ну, по мере улучшения питания и качества иммунной системы, видите, что все становится на свои места. Кстати, есть очень интересный ученый Радаман, он в Москве работает. У него концепция иммуно-метаболической терапии. Он говорит, не надо совать нос в иммунную систему, там не каждый разберется. Нужно привести в порядок метаболические процессы, иммунитет заработает как часы, как машина, которую отремонтировали, смазали и заправили правильным горючим маслом. Ну, в определенной степени он прав. С аллергенами что? Удалять любым образом, пылесосить на уши с одноразовыми пакетами, проветривать в обязательном порядке, белье уж если аллергия есть, то промораживать в холодильнике. Я обычно, особенно зимой, на балкон постельное белье утром вывесил, вечером приходишь, оно и чисто, и пахнет хорошо. Пол с поваренной солью обрабатывать 20%, тапочки, уксусная эссенция в мешок положили на ночь, от грибка ничего не останется, плесень. Ну, кстати, пример. Иногда после Нового года остаются апельсинчики, как-то жалко выкидывать. Смотрите, заплесневевший апельсин, всего лишь один, выделяет воздух до 15 миллиардов спор. То есть, конечно, комната будет нашпигована. Земля в горшках надо удалять, когда видим, что появился грибок. Ванна, пожалуйста, источник, влажное тепло. Там любой грибок размножается только так. Эфирные масла используйте, лаванда, лимон, чайное дерево, гвоздика. Обращаю ваше внимание, эфирное масло фенхеля снижает содержание грибов в атмосфере помещения в 4-5 раз. Фенхель у нас не дефицит, продается достаточно широко. Вот таблица о том, какие домашние растения успешно использовать можно для очищения воздуха в помещении. Она такая довольно подробная, она из книги специалиста, который этой темой занимается, Яван Денеер. Все о комнатах, растениях, очищающих воздух. Ну, кратко основное. Драцена, плюш, фикус, радисканция, шифлера, хлорофитум. Тоже не дефицитные растения найти можно. У меня в кабинете стоят три из них. Фикус, радисканция и шифлера, и хлорофитум тоже скоро будет. Ну, потому что три компьютера и сидим целый день. И работаем в городе. Что и как можно использовать, кроме лекарств? Дыхательный тренажер Фролова, мы о нем немало говорили. Говорили не случайно, потому что одно из исследований, особенно важная тема для меня после беременных по детям, где исследовали влияние этого метода дыхания на состояние иммунной системы у детей с бронхиальной астмой, у которых была и астма, и ринит аллергический, и атопический дерматит. И показатель иммуноглобулина Е был в 4 раза выше нормы исходно. Курс занятий всего лишь 12 процедур, одна процедура в день. Содержание иммуноглобулина Е уменьшилось в 2 раза за 2 недели таких простых, но правильно проводимых занятий. Уменьшение выраженности аллергического процесса.
Этот тренажер не дефицит, найти его можно и в аптеке, и у нас Витапульс, и найти меня для консультации тоже не проблема. Но многие боятся, особенно аллергики, астматики, эти в 5-7 лет заниматься сами, пожалуйста, не проблема, проконсультируем. Метод Бутейка мой любимый, тут о нем можно много говорить, но такой наиболее яркий эмоциональный план. Это наш с вами любимый Юра Коклачев, я его несколько раз встречал и на программе «Малахов плюс», и в Москве на книжной выставке он всегда выступает со своим сыном. Так и сам Коклачев дыханием занимался, и его сын Дмитрий Коклачев в детстве получил очень тяжелую аллергию, и казалось, что с папой он работать никогда не будет, но благодаря методу Бутейка аллергия ушла полностью, и сейчас и старший Коклачев, и младший Коклачев со своими лохматыми питомцами, учениками, нам с вами на радость выступают и в цирке, и даже в рекламе. И вот я Кота Бориса всегда смотрю с удовольствием, очень хороший артист. Ароматерапия. Проблема в том, что многие боятся запахов, но нужно понять, что частички с молекулярной массой менее 5000 дальтон не распознаются иммунной системой. Это особая единица, я уж не стал тут отдельной табличкой водить, что такое дальтон. А молекулы запахов, ароматических масел настоящих, имеют массу десятки в сотни раз меньше. Поэтому правильно натуральное масло не может вызвать аллергии. Что самое важное, вот смотрите, красным выделил, что наиболее ценной частью эфирных масел являются азулен и хамазулен, которые обладают и антиаллергическими свойствами. Используют для лечения различных астматических и аллергических заболеваний. То есть хорошее эфирное масло, оно всегда идет только на пользу, даже при нарушениях иммунной системы, даже при респираторной аллергии. Но тем не менее, бывают какие-то признаки непереносимости летучих биологических активных веществ. Это местная, естественно, клиника ринита, либо на коже покраснения. И общие – это признаки удушья, кардиальные – это тахикардия, церебральные – это нарушение головной боли, дрожь, аллергическая – зуд, гиперемия. Но, как отмечают специалисты, это опять из профессионального руководства по ароматерапии, при соблюдении правил ароматерапии эти явления встречаются крайне редко. Крайне редко, ну, может быть, один на миллион. Но если боитесь, тогда, конечно, нет. Не обязательно самому что-то с собой делать. Так вот, вот она опять жирно выделена, что натуральные растительные масла, отвечающие международным стандартам, не вызывают и даже устраняют аллергические реакции. И как ведущий специалист по аромологии Светлана Миргородская отмечает, что иммуностимулирующее действие ароматических углеводородов усиливает образование гистаминазы, фермент, который катализует распад гистамина. Поэтому эти масла правильно можно использовать как противоаллергенные. И вот вам список эфирных масел. Я выделил то, что может купить каждый из нас. Бергамот, герань, грейпфрут, кедр, лаванда, можжевельник, ромашка, чайное дерево, шалфей, эвкалипта. Эти эфирные масла вот в каждой второй аптеке можно найти. Я просто немножко тороплюсь, потому что у нас время с вами заявлено час. Еще немножко надо поговорить по вашим вопросам. И по данным специалистов по ароматерапии, ну вот, например, больным бронхиальной астмой для проведения ароматерапии после проб, естественно, дают эфирное масло, розмарин, лаванда. Мы говорили, что она очень хорошо улучшает функцию сурфактанта. Бергамот, шалфей, мята, душица, анис, кайпут, пихта, сосна. То есть выбор есть. И коррекция местного иммунитета бронхолегочной системы с использованием монарды, это такое интересное масло, лаванда, базилик, они снижают иммуноглобулин Е. То есть при аллергии содержание уровня иммуноглобулина Е увеличивается как необходимое условие защиты и проявления аллергической реакции. А эфирные масла, то есть лаванды, базилика, снижают содержание иммуноглобулина Е. Это же прямое антиаллергическое действие. Ну, непереносимость запахов – это одно из основных показаний. Кстати, вот тоже из профессионального источника, только из профессионального я вам даю. Это руководство оторинолорингологии, национальное руководство, оно у меня в кабинете стоит, там есть раздел фитотерапия и ароматерапия. И в этом разделе даны рекомендации. Аллергический ринит применяют эфирные масла, ромашка, лаванда, герань, кайпут, роза и сок, парис, ладан. Но я обращаю ваше внимание, что если вы используете несколько эфирных масел, то рекомендуется не более 5 эфирных масел, чтобы был такой качественный эффект, не было каких-то искажений. По одной капле 2-3 масла в аромалампу, в ингалятор и проводите процедуру. Аденоидит, мы о нем уже говорили.
Для ингаляции пихта, розмарин, сосна, шалфей. Можно делать смеси по 2-3-4 капли. Но розмарин детям до 6 лет при аденоидите не рекомендуется. Там особенно всего действие на сосудистую систему, на артериальное давление. Метод Бутейка. Кратко я вам напомню, что это уменьшение глубины дыхания, это не задержки. Уменьшаете глубину вдоха и выдоха на фоне расслабления. Таким образом, выполняете тренировку дыхания, это способ. А метод это, конечно, полностью элементы здорового образа жизни. Но всегда запомните, это не задержки дыхания. Когда вы выполняете регуляцию по Бутейка, вы чуть-чуть меньше вдыхаете и выдыхаете. И появляется чувство, как будто не хватает воздуха. Идет накопление углекислого газа, а он как раз улучшает процессы, связанные с работой капилляров, и противовоспалительные реакции улучшает. Ну, кратко, почему я эту тему все-таки решил осветить отдельно, в отличие от иммунитета и дыхания. Это еще моя книга 2002 года, вот письмо из Крапивинска, поселок Крапивинский, Кемеровская область. То есть дыхание, оно прекрасно работает там, где нет дорогих клиник и высокоспециализированных центров. Девочке было 14 лет, когда начала дышать. С 9 месяцев постоянно болела, аллергия, астма. Постоянно диете. До 9 лет не знала, что такое шоколад. Начали, они мне звонили в Новосибирск, потом купили тренажер, начали заниматься. И за, вот как мама пишет, за 7,5 месяцев, что мы дышим, не потребляли никакие лекарства. Кушаем все, одеваемся по сезону и не путаемся, как раньше. То есть ребенок привел в порядок дыхание, через дыхание иммунитет и начал жить нормально. Это вот в архиве остались отсканированные. Я вам просто скажу, что здесь речь идет о том, что женщина вылечила у себя, ну не вылечила, а позволила мне обуздать аспириновую бронхиальную астму. Это очень тяжелое. После 3 месяцев занятий, а занятий один раз в день, вместо 10 ингаляций Биротека, это сильный препарат, всего 2-3 ингаляции. Стало легче, легче и уменьшились полипы в носу. Это результат улучшения и метаболических процессов, и улучшения качества работы иммунной системы. Вот второй тоже из той же оперы, из архива, когда у меня не было возможности сканировать, я так сохранил. Что год назад я описывала тренажер своему сыну, имеется в виду дыхательный тренажер Фролова. За этот год он ни разу не болел. Мы нагнали график прививок, реакция МАНТУ, вы знаете, это туберкулезная реакция туберкулинова, уменьшилась, была 10-12, перешла в норму. Еще мальчик вырос на 10 сантиметров. Конечно, счастье. И посмотреть, как ребенок инвалидизируется, либо видеть, как он вырастает здорового мужика. Это уже по интернету. Деревня Телегина. То есть это не город, это не районный центр. То, что у нас, как говорится, глушь провинция, где уже фельдшеров-то сейчас нет. У меня аллергия, атопический дерматит и астма. Через месяц занятий кашель прошел, астма не беспокоит. Ну, кожа лучше и так далее. Это уже чисто женские эмоции. Вот Динара, это интересный момент из Ташкента, холодовая аллергия, редкий, но очень тяжелый вид аллергических реакций, тем более для Ташкента вроде бы неожиданная реакция. Но было так, что человек не мог дышать ни зимой, ни ночью, и даже кондиционеры вообще доводили до приступов душа. Начинается кашель, отек горла и бронхов. Лечилась и лечусь всем на свете. 2 месяца назад прибыла тренажер, замечаю явное улучшение, на работе сняла маску, раньше была в ней, чтобы не охлаждать дыхательным путем, меньше отекает горло. И так далее. В заключение можно сказать, что аллергия, в принципе, конечно, состояние серьезное, не так страшно, как кажется многим. И это одна из частушек, которые мы готовили. Мы тут выступали в разных коллективах. И частушка, которую я сочинил по поводу аллергии под летний период. Летом я дышу свободно, аллергии не боюсь, потому что каждым утром долфином я пользуюсь. Если нос не дышит и глаза слезятся, это аллергия. Надо защищаться. Долфином промоешь нос и дыши свободно. Долфин очищает нос быстро и удобно. Но не хватает только гармошки для аккомпанемента. Извините, что немножко торопился, но регламент есть регламент, час. Теперь, если есть вопросы, можно немножко поговорить. Если сейчас не будет вопросов, потом добавите через сайт. Спасибо и вам за внимание, потому что тема, ну, она сложненькая, тем более за час ее выложить, сами понимаете, работы ушло немало. Еще раз говорю, если даже не у вас, а у знакомых, у кого-то есть проблемы, обращайтесь. Мне вот
На той неделе женщина звонила с сыном, прошли все исследования, 35 тысяч оставили, а как был ребенок больной, так и остался. Ну, стыдно нам болеть, когда у нас есть с вами такая, ну, научно доказанная база методов воздействия. Что, поздравляю вас с наступающим летом. Пожелайте, чтобы и у нас было в Новосибирске тепло, чтобы мы его прожили с удовольствием, без аллергии. Всего доброго, до свидания.